Наполеон служил в России. Мало кто знает, что Наполеон Бонапарт в молодости хотел отправиться на службу в Россию, но у него это не получилось. Однако это исправили его потомки. Его внучатый племянник Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт смог попасть в русскую армию. Принц Луи начал службу еще во Франции, но его выгнали из страны за то, что он был представителем династии Бонапартов. 3 года принц служит в Италии, а затем переезжает в Россию. Луи служил в русской императорской армии до 1917 года и дослужился до звания генерал-лейтенанта. А после революции в России он жил в Швейцарии до конца своей жизни.